Карабах – это Азербайджан. Нас 30 лет стереть старались с лица земли своей родной. Нас унижали и пытались из сердца вырвать путь домой. О, как же подло ухищрялись бандиты, мрази и воры, когда борцами представлялись за идеалы и мечты. В дома убитых жертв вселяясь, изгнав живущий там народ, они Арцах создать пытались, собрав совсюду разный сброд. А мир молчал, все это видя, и даже защищал убийц, нас убеждая согласиться с армянской версией границ, где Карабах и 7 районов навек Армения заберет, и как когда-то с Зангизуром в бесчестие страна падет. Но нет, сказал народ вандалам. Горы затряслись в ответ. Пусть мы погибнем, но шакалам не отдадим шушу вовек. Сыны Отечества, без страха, в порыве чести и любви, вперед, к вершинам Карабаха рванулись царственно, как львы. Мы потеряли самых лучших. Будь проклята вовек война, но без героев, в бой идущих, не встала бы с колен страна. Не смог бы говорить об этом ни я, ни кто-либо другой, что мы гордимся президентом, народом, армией, страной. Пусть мир теперь перевернется. Двуличность сбросит и обман. Пусть знают все, кому не имется, что Карабах – Азербайджан.